Ладожский вокзал занимает особое место в моем сердце, ведь именно сюда в 2007 году меня привез поезд из Архангельска. Тогда я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, и началась новая глава моей жизни. Все годы учебы с этого вокзала я уезжала домой к своим родителям, и сюда же возвращалась уже в свой новый дом. До сих пор, когда здесь бываю, какой-то необъяснимый трепет внутри меня.